Так, рассказываю. Принцип такой. Завтра бабки, послезавтра виза. Послезавтра бабки, послезавтра виза. Понимаешь, да? А? Хотелось бы там расписку какую-нибудь там, ну, то, что мы деньги. Не понял. Ну, мало ли, какие-то непредвиденные обстоятельства там, ну, землетрясение или... Ты куда пришел, фрейрок? Ты за базар отвечаешь? Ты кому, мне не веришь? Ты на кого батон крошишь? Да ты сейчас мне сам бабло все оставишь и счастливым отвалишь отсюда, баклан немытый, а? Слышь ты, не фраер. Мы здесь тоже не фальшаки из дупла. А фраеров по фене мотали, пока ты еще пупок разматывал, усек? Простите? На халяву разводить бакланы будешь. А с людьми хочешь базарить, мазу правильную держи. Лох поганый. Вы откуда, мама?